Доброе утро. С утра сразу кофе. И коллаген. Ничего пока еще нет, а не почувствовала. Но тут нужно месяц курсом пропить, чтобы был какой-то результат. Так, один пакетик. Легко, он сладенький. Сладенькая водичка. Завтрак хочу. Жареный хлеб. Черный хлеб с орешками. Это гречичный. Мама на рынке была, купила. Хлеб с маслом хочу. Сейчас хлеб поджарится. Чуть-чуть остынет. И со сливочным маслом. Как это вкусно. Еще минуточку подойдет. Вот эти решетки в посудомойке мыла 2 дня назад. Посмотрите на их состояние. Я не знаю. После каждого обеда их надо мыть в посудомойке. Пока я сегодня спала, Карина нам испекла блинчики. Не знаю, с какой начинкой. С мясной, наверное, девчонки с мясной начинкой любят. Не хочу. Я хочу сегодня... Я хочу хлеб с маслом. Хочу кофе и хлеб с маслом. У меня сегодня такой буржуйский завтрак с икорочкой. Всем, кто завтракает, всем приятного аппетита. Выехала. Мне нужно кое-что сделать. Думаю, возьму вас с собой покататься. Выехала в самый такой период, в сумерки, когда я нифига ничего не вижу. Сейчас чуть-чуть, через минут 15. Еще сумерки опустятся, и все. Нарина превращается в слепую курицу. Что-то выехала и захотела сразу. Кофе хочу. Я знаю, где в Пятигорске варят самый вкусный кофе. У нас сеть этих кофеен, ну, я знаю только 2 кофейни, но думаю, есть еще где-то. Сейчас кое-что быстренько сделаем и поедем вкусный кофе. Когда забираешь денежку, ну, когда тебе денежку должны и возвращают, это как это, маленькая зарплата, 13-я зарплата. Мелочь, приятно. Так, все уже стемнело. Одеваю свои глаза. Все, едем дальше. Кататься. Полиция стояла у нас на повороте там. Интересно, еще так же, как я, кто-то моргает встречному транспорту, ну, предупреждает, что там полиция стоит. Или это у меня еще это с советского прошлого эти. А у меня же зрение плохое. Я один раз тоже полицию проехала, и машина встречная едет, но я и моргаю, что там за поворотом полиция стоит. Машина ближе подъезжает, это полицейская машина. Посмотрел так. Ну, они, наверное, знают. Ну, не наверное, наверняка знают.
чем моргают. Так, мне надо не забыть купить. Краску для волос надо не забыть купить. На Новый год, чтобы красивая быть. Чтобы свои седины закрасить. А то потом забуду. Вот это предновогодняя суета. Понимали. И вот куда мне ставить очередной кофе? Некуда. Ой, забыла. Мне вчера привезли из Стамбула магнитик. Забыла вытащить. Это Айя София. Так, ну и куда мне ставить кофе? У нас уже город потихоньку к Новому году готовится. Такое кафе атмосферное, но не сняла, потому что там музыка. А музыка у меня и так через одно видео все заблокировано. Кто живет в Пятигорске, вдруг кто меня смотрит с Пятигорска или вообще с КМВ, самый вкусный капучино это на квартале Мерси. Самый вкусный капучино. Поехали дальше. У меня еще есть одно небольшое дело. И потом можно домой. Ой, как это вкусно, боже мой. Реально, самый вкусный капучино. На соевом молоке и с ванильным сиропом, конечно же. Так, а где тут припарковаться? Так, все, что надо, сделали. Кто молодец, я молодец. Все. Когда в голове что-то есть и надо сделать, пока я не сделаю, у меня это будет, ну, не то чтобы мучить, но постоянно в голове сидеть и мешать мне. Это я себе кофе балую. Я такая молодец. Я такая молодец, я все правильно сделала. Все, что нужно, я сделала. Надо себя за это кофе побаловать. Выезжай, выезжай. Сейчас чуть-чуть проеду, чтобы не палиться, где я. И потом покажу вам наш прекрасный вечерний Пятигорск. Боже, как вкусно. Пожалуйста. Я сегодня добрая. Я сегодня всех пропускаю. Просто. У нас везде уже елочки. Так, дедуля, проходи. Хорошо. Дедуля, там дедула. Дедуля моложе меня. Там дедуля моложе меня. Я со своими слепыми глазами ничего не вижу.